Фестываль «Страката тюльпан» стал для жыхароў Берасцейшыны перш інфармацыйнай пляцоўкай і ўжо пасля відовішны. Няхай першапачаткова большасць гледачоў набывалі білеты проста на высокі балет. Яно і зразумела, артысты, што завіталі да нас, працуюць на лепшых сусветных сцэнах. Але гэтым вечарам яны танцавалі менавіта за ідэю. Імя яе Алексей Авечкін. Когда нам предложили, даже никто, ни один человек не отказался, ни один артист. Все только за, потому что это Алексей, человек такого масштаба, такой личности, предполагает, что он ведет за собой, вот мы просто пошли за ним. Очень жаль, что этот вечер проходит тогда, когда Лёши не стало. То есть было бы здорово, чтобы как бы мы ценили своих людей, тех людей, которыми мы должны и обязаны гордиться вот при жизни. Алексей Авечкін, прэм'ер Латвійскага нацыянальнага тэатра оперы і балета. Тройчы лаўрэат галоўнай тэатральнай прэміі Латвіі як лепшы артыст балета. Сын, сябар, партнёр і творца завяршыў свой зямны шлях у 37 гадоў. 6 гадоў таму. Згас неспадзяваны і трагічна, але застаўся нязгаснай зоркай і эталонам прафесійнага майстэрства і чалавечнасці для ўсіх, хто выйшаў мінулым вечарам на сцэну, успамінаць і нагадваць. Нам хацелася, каб гэта было не толькі так. Нам хацелася, каб гэта быў как бы разговор. Разговор о жизни, разговор об искусстве, разговор о балете, разговор о музыке и о любви. Человек был высоко, почему был, есть, высокообразованный, интеллигентный и, в принципе, я думаю, что он где-то все время рядом и есть. Так што не надо грусціць, все в парадке. Вядучая салісты Латвійскага нацыянальнага тэатра оперы і балета, Вялікага тэатра Беларусі, Санкт-Петербургскага тэатра рускі балет разам з камандай Брэсцкага тэатра зрабілі незабыўным трэці і фінальны фестывальны вечар. Меня удивляет, что в нам городе такой уровень показали балета. Балет для нас редкость, и поэтому с удовольствием смотрим на лучшие образцы мирового балета. Просто супер. Мы так рады, что на самом деле устраиваются такие мероприятия. Большое спасибо организаторам. Эмоции зашкаливают. Алексей Авечкін самим своим основанием ствердил, что Брест – балетный город. И теперь его земляки упомянулись. Сапраўды. Олеся Зеленко и Дмитрий Литвинюк, телерадиокомпания «Брест».